«Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, которое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек».